які були, люди добрі, на каналі Ірини Бардон. Любові зі мною, ми з вами в горах, Вірджинія. Їдемо на Пенсільванію, у мене груз, доставка в понедельник. Будуть на сьогодні цілий день, завтра відпочивати. Перезагружу часи. І у мене вже є груз забрати в понедельник, їду опять на Саут Каролайну. І, коротше, вот так катаюсь, но уже на следующей неделе я їду домой, поэтому как-то будет немножко повеселей. Дорога додому завжди краще, що має бути, да? Кругом гарно, а дома саме найкраще. Сейчас в горах, красотень, зелень. Утро раннее, местное время 7.45 и 64 по Фаренгейту. Даже такой туманчик легенький над горами. В долинах, там вон долины. Конечно, камера это все не передает, эту красоту, так как видно глазами. Но, тем не менее, немножко видно. Сегодня я с утра встала, взяла кофе себе, завтрак, не захотела ничего делать в машине. Пошла, купила проходку, чуть-чуть сделала, понимала, что целый день надо будет ехать. И решила проходочку сделать, такую маленькую зарядочку перед длинной дорогой. И чешем ногу в дорогу. Я надеюсь, что у вас все хорошо. Моих подписчиков. Лучше гор могут быть только горы, да? Я люблю горы. Не люблю ездить в них, но люблю смотреть их, наблюдать за ними. В каждом штате свои горы. По-разному выглядят тоже. Я не сильно нагруженная, поэтому мне не так плохо ехать. Поднялись вверх к туману. Туман, туманище. Огромная благодарочка, кто проехался со мной, долго не буду томить ваш взгляд, однотонной дорогой. Желаю всем хороших выходных, позитивных.